С вами megaobzor.com, и в центре внимания сегодня будет шнековая соковыжималка Clever Clean Twist Juicer Ice. Данная модель доступна на маркетплейсах и в магазинах. На Озоне стоит 6900 рублей. Комплект включает моторный блок, насадку для отжима и перетирки, контейнер для жмыха, контейнер для сока, толкатель, щетку для очистки, руководство пользователя. Блок двигателя выполнен в корпусе из пластика с интересным исполнением внешней поверхности. Это текстурные выступы в виде пирамидок. Отлично выглядит и еще и практично. Используется прочный пластик без запаха и вредных примесей. Можно рассматривать и для приготовления соков детям. Помимо изучаемой нами версии в белом исполнении, также есть из металла в серебристом цвете. В основании кнопка управления с тремя положениями. Отжим, включено и реверс. На верхней грани металлический шкив. Конструкция разборная, собирается интуитивно. Каждый из элементов у нее можно очищать и обслуживать в отдельности. Отдельно отмечу наличие скрытого рычажка. Он выполняет функцию блокировки включения при неправильной сборке. От основной камеры, в которой проходит отжим и перетирка, идет две канавки, направленные в разные стороны. С каждой из них ставится отдельный контейнер, они идут в комплекте. Верхний отсек с горловиной и толкателем. Диаметр отверстия оптимален для загрузки нарезанных кусочков зелени, овощей и фруктов. Перед первым включением нужно будет промыть все части конструкции теплой водой, за исключением моторного блока. Его протираем влажной салфеткой. После этого шнековая соковыжималка готова к эксплуатации. Все ключевые элементы конструкции выполнены из металла. Установлен двигатель, мощность 130 Вт, с ультрапрочным шнек-прессом. Отжимать в ней можно фрукты, овощи и зелень. Прессует все это до клеточного уровня, отсекая неперевариваемую целлюлозу. Мякоть при отжиме продавливает через сетчатый фильтр, выполненный из медицинской нержавеющей стали. Для начала давайте попробуем отжать яблоки. Мы их предварительно нарезали на дольки, чтобы они проходили, и в процессе отжима получили ароматный сок. Он густой и есть постепенно оседающая пенка. Жмых при этом получился однородным и сухим. Ну и конечно же, новогодний сок – это мандарины. Мы их очистили от кожуры, разделили на дольки. Отжались плоды быстро, дало хороший объем сока с небольшим количеством пенки. В контейнер для жмыха уходили слегка влажные брикеты мякоти. Также в ходе тестов и эксплуатации мы выжимали морковь, капусту и зелень. Тоже совсем справляется на отлично. В итоге получаем надежную и удобную шнековую соковыжималку с высокой эффективностью отжима фруктов, овощей и зелени. Компактные габариты, симпатичный внешний вид, простое обслуживание и очистка, малое энергопотребление, низкий уровень шума. С удовольствием обсудим с вами данную соковыжималку в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Всех с наступающими праздниками. Пока-пока.